21-й по счету творческий конкурс среди школьников «Радуга искусств-2018» стартовал в марте. За несколько недель творческие дети уже успели показать свои таланты практически во всех направлениях искусства. Так, в завершающий день 30 марта за звание лучших боролись исполнители на духовых и ударных инструментах в номинации «Сольное исполнение» и «Ансамбли». Ежегодно для участия в этом конкурсе приезжают талантливые школьники со всех уголков республики. Еще один конкурс-фестиваль завершился, открыв публике самых ярких и талантливых звездочек Тувы. «Радуга искусств» на этом не заканчивается, уверяют организаторы. Для победителей фестиваль лишь отправная точка для покорения новых вершин. Напомним, конкурс-фестиваль был учрежден в 1997 году. За это время в конкурсе приняли участие более 18 тысяч детей.